Женя! Это капец. Інструменти Hans Tools – вибір справжніх професіоналів. Hans Tools – це світовий лідер з виробництва професійних інструментів. Цей бренд цінують майстри по всьому світу. Всім привіт, друзі! Собрались ми на офроуд мероприятие, но сегодня оно нестандартное, будет у нас офроуд квест. Ребята вчера старались, чуть ли не до двух ночи организовали это мероприятие. Поэтому прям посмотрим, что они там нам подготовили интересного. В общем, суть квеста заключается в поиске точек, а на этих точках будут задания, либо какие-то квесты, загадки, разгадки. В общем, первую точку дали. На всех остальных точках будут загадки, которые будут расшифровывать координаты следующей точки. Я, наверное, буду фильмоваться все. Да, пожалуйста. Организация мероприятия продолжается еще с утра. Хардовая точка. Вы первую точку уже нашли? Точка. Но проблема этой точки, что можно назад не выехать. Так и я зашу. Ну, вон залебедимся. Вон дерево есть. Да. Я думаю, Дим, я сдаю задом. Так, зашифрованные координаты. Кто угадает в комментариях первый, я отправлю вам брелок оффроуд контроля. Так, спускаться без какой-то страховки опасно, поэтому парни приняли правильное решение. Будет спускаться на лебедке. Тут так градусов, наверное, 30-35, но песок и очень большая вероятность упереться в дерево. Так, ну и надо же сделать это самое. Подожди, да. Ну давай вот так, давай вот так. Креативно. Вот так вот, 5-2-0. Так? То есть вот это 5 и 2-0. Почему D5? Потому что она пятая буква, да? А, Б, В, Г, Д, пятая, да? То есть Е это А, Б, В, Г, Д, Е, шестая. То есть 5-2-0-6. Можно писать. А, возьмите или просто на чем-то это самое сейчас перечислить. Следующий участник. 70-ка, 33-й Сильвера, 2.4 двигатель на механике. Так. Смотри, как осторожничают. Там не заминировано, пацаны. Не, за собак я не ручаюсь. Так, ладно, с точкой понятно. Ну что, глубоковато? Да не, оно замерзло. Там вообще легко. Просто именно туда подъехать будет проблематично. Тракторами понарывали тут. Нормальные машины не проедут. Диагональка сейчас. Вот нам давай. Они лебедились. Все, хорош, красавчик.
готова? Да. Годика больше, не бойся. Мне кажется, только вперед. Уж не хотелось. Ну давай вперед, пропрыгивай тогда. Колесо. Стой. Давай тогда поиграемся лебедкой. Не-не, никто не делает. Тихо. Что-то не то. Как кажется, что-то пошло не так. Да? Нормально, давай. Точка номер два. Вы только доехали, да? Ага. Конкуренты, мужики. Там стекла. Тут вот такая вот загадка. Закрыл место. Да нормально. Смотри, что-то какой-то киоск у него там. Так тихо, тут чушь. Сейчас это пивнушку поеду. Конкуренты рядом. Да. А? Сейчас будем дальше расшифровывать. Ребята нашли следующую точку. Следующая точка была спрятана за киоском. Так. Так, это лайт какой-то. Какой-то лайт. Чё? Да. Сюда. Держи. Держи, кидай на это. А где загадки? Подвох. Слышишь? О, прикольно. Ага, ну давай через Осман посмотрим. Видишь, он нормальный телефон. Ну, координатики. Тойота сейчас просто прям профессионально спустилась. Вообще ни о чем. Да ладно. Ну давайте перезаезд на второй скорости. А где следующая точка? А где-то
В общем, там просто в лесу на дереве висели координаты. И парни их нашли. Что, попытка заехать в горочку, ну, я не знаю, шансов мало на самом деле. Сюда если ехать, то только ходом, да? Ну, ходом, да, я же говорю, разгон надо взять. Ну ладно, короче, я не буду его мучать, он боится. Ого, ого. Вот ходом, ходом пошел. Вот это Штурманидзе. Так, это получается с забродами ту точку брать, да? Кто знает как. Задачу дали, выполняйте, да? Короче, вот та бутылка, это точка, которую надо брать. Что даришь? Мне не очень эта точка нравится. Тут если ходить пешком, ну типа если хардовую брать ее без машины, то сильно легко. Тут можно просто по льду дойти в ботинках. А если фоточку делать с машиной, то сильно сложно, да? Выехать. Поздно, выехать. Да, заедешь, не заедешь. Ну, посмотрим, сейчас дождемся участников. Ух ты, тут нужно провалиться, лянь, как вода бьет. Ну, в принципе, да, просто чуть-чуть. Что, по чайку? Давай. Я так понимаю, она на той стороне, да? Здравствуйте. Ты сам должен. Она плавает ты, да. По клашке. Не факт, надо проверить. Я думаю, что да, потому что там что-то торчит. Торчит. Так. Ну, на машине сюда заезжать вообще, наверное. Да, заедем. Заедем? Скажи. Дерево есть? Там можем и заедем. Что там сейчас? Вот так, вот раз. Так тут тоже, может, и не надо сюда заезжать. Или так, чтобы никто не добрался. Подстава! Подстава! Крышечка, ты куда? Ныряй! Да мне как-то не надо. Блин. Ну это, конечно, обидно. Видишь, уходит. Я не знаю, там будет видно или нет. Жди комментариев, потому что засрали природу. Это да. Ну давай задом сейчас тебя сразу цепляем. Так а надо сюда подъезжать? Ну я ж так понимаю, точку брать надо. Ну да. Это ж... Ну давай. Не, смотрите, тут это ж не соревнование, как бы. Ну, если боитесь, да. Так а что бояться? Ну, там мы проверяли, там чуть выше колена. Давай так, Жень. Если начнет проваливаться, просто остановились, вытянулись и поехали дальше. А ты пока это, буквочки собери в кучу, узнай, куда нам ехать. Оп! Где трещина, не вижу. Хрустит? А, вот трещина пошла. Вот она. Ну подожди, заброда. А ну, чуть-чуть попытайся скатиться. Ага. Да. Где там буквально? Вот, хорош. Все. Тонет! Тонет плотина! Ну да, вот она трещина, смотри, пошла. Ага. Вот. Давай, на, фотографируй быстрее. Туда сейчас постараюсь. Да. Кстати, я фоткаю вашу бумажку, потому что, скорее всего, я делаю тоже приятно. Я пацанам тут фотку показал. Вон она в машине. Давайте. Ну, выйдите потом, да. Смотри, уходит. Да. Женя, прости! Женя, прощай! Женя! Бежай давай! Ну, Серега просто ходил по грани. Да, только я не знаю, сейчас с ходом надо, да, выходить? Ну, там же сейчас ступенька будет. Выезжай давай! А ты сфоткал? Да! Ты не набрал воду? Набрал. Ну ладно, ну что ты, я прикалываюсь. Стой! Меня, по-моему, затягивает туда. Андрюха, у тебя можно корку забрать? У меня нету корки. Поехали! Ну все, не буксуй, пусть лебедка тебя тянет. Она тебя сейчас развернет. Перевернет.
препятствие сделать. Может, за него зацепимся? Она же меня сейчас сюда... Да ничего страшного. Ты что, пнила с тобой тут поплавала? Не надо. Давай лебедочкой. Жень, слушай, лебедкой. Натягивайся. Под готову я там знаю. Я по воде ходил. Ага. А точка классная. О. Давай, все отлично. Лебедку не выключай. Давай, чуть-чуть. Вот, отлично. Вот в таком пене, то сильно. Меньше газу. Давай. Все, не газуй. Руль. Не газуй, она сама выйдет. Сейчас задние колеса выскочат и поедут. А там и лайковая, или только классная? Смотри, какой толстый лед. Не надо. Сантиметров 20, да? Ой. Не надо. Лебедка, пока лебедка тоже. Давай колесиками попробуй. Супер. Грязь нашли. Вот так это. Вот так. Угу. И вот так. Ну что, следующий участник, который будет брать сейчас эту дикую точку. Точку нашел? Да. Нравится? Да. Кто-то проезжал? Ну, видишь, да. Кто-то навалял тут. Глубже, чем заплуг. Да. У меня есть УЗК, могу удать. Но это надо выполнить задание какое-то еще дополнительное. УЗК это ненадежная. Офигенная фигня. Ну, когда, да, есть, нет выбора. Я еще не видел ни одного нетекущего ОЗК. Я тебе могу показать нетекущий ОЗК. Как на лед заскочить-то? Да подыскай, Маша, давай, попробуй. Так что ты попробуешь и дальше? И что? Я ломанусь. Вот мне нравится. Куда? Нам не надо, вот бутылка. Я ломанусь. Вот бутылка. Надо, я могу с багажника достать. Давай ее лебедкой вытянем сейчас. Бутылку? Короче, залазь в багажник, давай шопу. Давай, наверное, чуть-чуть влево, чтобы... Стоп. Потихоньку. Это жопа. Ну, ладно. Толкаешь в другую сторону? Это капец. Саш, дайте лопату, я с той стороны как рисун. Так слышишь, ну а... Не, ну так лети. Ну ты куда? Подожди, ты куда? Лопата. Саш, ты что за мокрый? Проблема в том, что... Давай, наверное, вытягивай. Ну, где-то разве по колено, то вот. Или по колено. Там же столько, что этот был.
ты ж видел, но я там тону. Саня, ну вот там, вот. Ватерлиния. О, отломал, конец. И самое главное, что если бы ты еще дальше заехал, мы сейчас ее сделаем вообще туда. Да, ты, наверное, ОЗК. Все-таки помощь друга будет. Да, что там надо за ОЗК? Ну куда? Ну за, сейчас закупим. Ну окей, там все равно не актуальная бумажка, я могу просто координаты дать. Да? Ну мы старались, ребят. Да, да, да. Бутылки вот марки, у тебя что? Писать уже. Наклоняться в пар. Уже хочется. Пробился, да? Направление нормально. Дай сниму видео. Серому дай. Я тебя ногой держу. Как ты хочешь заезжать? Просто ровно, да? Главное, чтобы на бок не упасть, и все, там все равно. На бок не упасть, тогда чуть-чуть в жопу сюда прикинь. Давай. Вот, да, нормально. Чтобы вот одновременно двумя колесами заезжал. Достойное завершение. Так другим помочь надо. Слышь, Дементию будет легко, да? Ты хочешь попробовать? Сейчас что-то уже вытекает, да? Вообще не напрягаюсь. Надо было ехать в суперкар. Надо было, наверное, переезжать его полностью. До бутылки тогда уже надо было даже. Но глубже точно не будет. Да. Привет. Капец, вы долго. А где вы пропали? Вы ехали наверх, да? А, вы выехали, да? Ну, мы не участвуем. А вы спускались с той ресурс? Вот. Конечно. И назад заехали? Да нет, конечно. Ну как там заедешь? Ну вы же заехали. А на лебедке? Да. Ну блин. Ну тут три раза перед. Три раза перед. Три подхода. Это только тут, там все нормально. Подожди, так ну, вон, смотри, вон же дорога. Где? В этой части. Я где-то не там иду, да? Я думаю, да. Блин, как они все здесь были, как бы все проехали? Не все, а Тирана не доехал. Че? Тирана. У меня носки закончились. У меня есть и носки, и все остальное. Могу ОЗК дать? Да ну я выше колена не поеду. Ты что? Ну да. Проще я думаю так вот. А вот же. Я не совсем понимаю, как мы последний едем. Вот эта баклажка там лежит, туда все машины как бы не намного выше наших. Белая взяла Toyota. Ну, без приколов тебе говорю, взяла. Туда, о, у нас фотка есть. Так как он. Да, покажите. Покажи. Она выше чуть-чуть. Ага, да, вон. Может машину выдержит? Да если... нет. Даже не выдержит. А если можно пробовать вот там. Нет, я сейчас тебя уже не выдержу. Не испытывается. Может еще вечерком будет. Блин, перешел реку. Отсюда мы спорим. Пацаны, никто же не сказал, но я, конечно, ну, не знаю, я ж могу подсказать. Так, ты можешь говорить, что хочешь. Смотри, ты можешь палкать, достать эту баклагу. Тебе же просто с баклагой сфоткаться, или как? Нет, нельзя трогать баклагу. А, нельзя трогать? Доставать? Нет, там есть в условиях, что... А, я за это и спрашиваю. Нет. Трогать ее, типа, дотронуться можно, типа, потрусить. Убирать. Но вытягивать, ломать ничего нельзя. Тут машина не та самая, тут мы станем. То тоже провалишься, то же самое все.
тоже провалишься. Тут уже зад достанет, тут я сфоткаю. Так и так зад достанет, ты длинный, как ты объедешь? Как зад достанет? Или там надо срочно ехать? Не знаю, никаких. Я только что проверил телеграм, ничего нету. Проверил, не снимал. А, снимал, красавец, молодец. Все, иди, иди. Короче, надо идти передеть. Я же три раза провалился, ё-моё. Для нарушения правил. Да, ну, в принципе, палка достаточно, да? А ты на крещение купался? Что я купался уже? Вот там тут идет вообще. Короче, тут спокойно можно переехать. Переехать? Да, вообще. А попрыгай. Попрыгай, позадри на струи. Надо снимать видео. Подри. Да. Если будешь переезжать, будем снимать. На дизель нам давай. Думаешь, глубоко-то? Ну, он вроде как не тяжелый, тут сколько сонное это есть. Он проедет. Так, ну что, сейчас будет попытка переезда ходом через реку. Задом будет ехать, да? Что, все, провалился? Вперед, что ты делаешь? Уже провалился. Ты провалился. Хорошо идет. Подержи обороты, на стол! Надо травиться! Травиться надо! Петросян! Ты думаешь, это самая большая проблема, да? Да, сейчас? А ведь я не провалюсь! Уперся жопой в лед. Ух ты, вот это методу придумали парни. На сентраках добираются. Нет, дали позвонам, если вылезли. Я думаю, оно не спасет. Не спасает. Я хотел просто достать, но видишь, оно льдина. Пацаны, а вон снимите еще, пацаны. Запчасти попадали. Что, лошак? Бутылки сообразительные парни. А ты думал, мы просто бутылку кинули? Я в этим... Унесло с течением, да. У нее трос, ты уходишь под лед. Ты все зря уже переоделся, куда тебе одеваться. Есть идея. Удлинитель давай, да? Новая метода. Нормально, ли? Рыбалка. Так а у нас этот же ж нет. Нет больше никого постоянно. Я предлагаю, чтобы мы рядом с вами стали, чтобы вам уверенно на льду себя. Попрыгайте, чтобы попрыгать. Да, я держу оба края. О, о, точно, держи оба края, а я тут накину. Чуть-чуть не хватает. Сейчас его залезешь, он навернется. Не, так не хватает длины, да, давай. Кору возьмите. Есть удлинитель, короче. Не, давай, дай кору, на. Да, бросайте в эту бутылку. Ну, он чуть-чуть осталось, кстати, пацаны. До падения. Все, сейчас я разворачиваюсь, сделаем фотку на фоне этой бутылки.
Ну да, типа, касаешься троса, который касается электрика, Так, ладно. Координаты, да? Да, сейчас кину.